Прошло и полгода, как говорится, приехал домой, ждал меня плохие новости, собаку мою убили, вот, жалко терять хорошего друга, очень жалко. Ну а сегодня, как говорится, жизнь продолжается. Я у своего отца в своей родной деревне. Это где Республика Саха, где район. Один из лучших моих любимых районов. Татинский село называется Чиркёх. Все великие люди вышли из этой деревни. Сегодня будем тестировать на практике. 36 всего. Вот, дней так пару назад было 6 градусов в Казахстане. Когда прилетели, Казахстан было 20 плюс. А сейчас не знаю, сколько там. В общем, рахмет Казахстану. Привет Нурику, Марату. А так, сегодня буду тестировать 2 ножа, которых выставлен на лот. И прямо на практике узнаем, какая сталь лучше. Сегодня будут помогать сыновья, ассистенты. Специально привез. Ну, пацаны должны учиться обычным традициям. Так что впечатлительным людям не рекомендуется смотреть. Вот так вот. Да мы... Мастер-класс, друг. В этом году взяли. Не так, не там. Гоня, это нормально. Фонарить эту у меня. Ты дарили. Это мы. Сталь. Ножа у нас сегодня буду тестировать из двух сталей. Так. Неолокс в темном, запомните. И еще один есть в светлом. Светло. РВЛ-ка. Так. Представляю второй ножик. РВЛ-ка. 34-я. Длина 12. Прямой спуск. И буду работать. Снимать будет Михаил Гаврилович. Не спеша, но быстро. Вот что, основная задача. Чтоб не замерзло. Все не замерзло. Градус кайбели. Завтра. Минус 306, ребята. Всего минус 306. Число какое сегодня? Ну вот, работаю двумя пальчиками. Ладно, тремя. Пока вот так, это место, грудинка только работает. Так что напряжение так вот большая. Как на скрипке играешь?
Сейчас посмотрим. Основная цель — не упустить это мясо кожи. И основная задача — определить, кто быстрее сядет. Мы не будем править, чистить. Все должно быть на виду. Вот так. Меньше недели, минимум недели, не будет заживать рана. Что может быть куски? Да, простые матья, пословица такая. Да. И куски нож не прощает, такая пословица. Вот так и сам начал. Ніхо, мене вже не стріляє. Не знаю, тільки не рехерно. Ну, ти гри, гри. А, не дзьор, не дзьор, не дзьор, а сухо. А, не дзьор, не дзьор. Не дзьор, не дзьор. Не дзьор, не дзьор. Хай, да, буде на гадах і батарею тихти. Это вам не войлок, ребята. Погонник, а не, 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 не
Кок бо бани не иде. Во-во. В данный момент, что самое ценное в этой корове, это здесь вот лежит. Вот это самое ценное. И когда работаешь в этом месте, всегда ножом, его случайно отрываешь, дергаешь, царапина становится. Поэтому хвосты получаются короткие из-за этого, из-за царапин. Советую вот поэтому сразу там, где хрящик, там и отрезать сразу, чтоб не поранить его потом. Она яхнет в чьи-то. Я не знаю.